Всем привет! Сегодня у нас будет пересадка авиков. Мы будем пересаживать маленького авика, точнее, это уже не авик, это бывший авик Versicolor, маленький L3, и самочку авикулярия Кумулярия, которая свой старый паучатник весь паучиной тут все заплела. Вот, ну и ее надо пересадить, потому что довольно крупная девочка. Ее мы будем сюда пересаживать. А Мексика мы будем пересаживать в контейнер побольше. Вот. Сейчас вы находитесь в ремонтной комнате. Наша вторая ремонтная комната в ремонте сейчас. Да, такое вот нелегкое дело. Итак, начнем сразу с маленького Версика. Для Версика мы берем анализную сумку на 100 мл. Перевернутую. Вот, я их таким образом содержу, и им очень нравится. Вот здесь сделаны палочки из ватных палочек, как веточки типа. Вот наш авик. А, посмотрите, какой он красивый. Он перепрыгнул, он не захотел ко мне на руку идти. Видишь? Ой, на руке ползает, какая же ты прелесть, господи. Ну ты прелесть, посмотрите. Боже, какой он красивый. Смотрите, как он синий. Он прыгает, видите? Какая прелесть. Прыг. Он прыгает. Он очень классно прыгает. Ой, какая прелесть. Он такой синенький еще пока. Очень-очень красивый. Прямо такой синий-голубой. Это просто прелесть. Вот он бегает, думает. Твою мать, куда? Что вы от меня хотите? Где я? Маленький красотун. Боже мой, какой ты красивый. Он такой мягенький. Мягенький, красивенький. Цвет просто потрясающий. Самые, наверное, красивые пауки, которые в детстве имеют другой цвет. Не все другого цвет, но просто у этих он такой офигенский. Даже лучше, чем в его взрослом состоянии. Он так лапами делает, типа проверяет, а куда мне? Вокруг ничего нет, пустота. Вот в пересадке таких спокойных и не сильно ненавидных пауков есть преимущество, что можно в это время их. Вообще не чувствую, как он ходит. Он очень быстро. Тихо, да. Прям очень. Он прыгать может, поэтому аккуратнее. Что, попутешествовать по мне? Новонезидная территория. Давайте-ка мы. Очень красивый такой берег. Так, все. Короче. Вот так. Так, ну что ж, маленькую версию мы пересадили. Успели потрогать, посмотреть, налюбоваться им. Теперь у нас будет большой парик. Это самочка. Какой линки я точно не знаю, но я думаю, что она большой линки. 8-9 какой-нибудь такой. Вот. С ней будет сложнее, там у нее все заплетено. В общем, вот дверку, а еще она все соскакивает здесь своими террариумами. Потому что древесники, они ходят на стенки террариумов в туалет. И, соответственно, это все такое надо иметь в виду. И все равно придется его периодически вытаскивать, чтобы мыть террариум. Так, дверцу мы вытаскиваем. Ну, какая грязная. И сейчас мы постараемся спокойненько его вытащить отсюда. Вот, можно посмотреть, насколько там все заплетено в паутине. Денис, хочешь потрогать паутинку? Она такая твердая. Иди сюда, потрогай. Пойдите, потрогай. Он далеко. Зацепись его, смотри. Тяни. Все равно проблема. Сложно оторвать. Да, такой. Очень прикольный. Сколько получил? Материал. Здесь все заплетено. А паук сам вон там сзади. Вот он. Здесь видно. Вон он сидит. Тут такая труба сделана из паутины вниз. Постараться ее выманить оттуда.
может прыгать, как и все другие регуляры. Ну, вообще, древесник какой-то свойственно прыгать. Еще у нас плела паутин вместе с кокосом, делала такие какие-то непонятные штуки. Не знаю, зачем, почему я хотела. Вот, ну, будем сейчас стараться это все разобрать. Не хочется ее пугать, потому что хочется подержать ее на руках. Так, вот мы вытащили один кусок пробкового дуба, коры пробки. Я там под углом его поставила, чтобы у меня был удобненькая наряд, ну, так воспользовалась. Сейчас будет немножко по-другому, тоже кусок пробки, но здесь будет проход, вот здесь вот сверху. Тут этот, не знаю, зачем я его сюда впихнула, но пусть будет. Так, и теперь мы вытаскиваем. Вот второй кусок пробки мы вытащили. Паутина тоже у него запачкалась, потому что она ела тараканов крупных. Вот сам паучок. Самый большой регулярий. Вот она, красавица. Вот такая большая девочка. Попробуем вымолить. Она такая, типа, а что такое, где мои коряги, что происходит? Ну, какая большая. Спокойная. Когда я первый раз пересаживала, мне понравилось очень, как она себя ведет. Крайне спокойно двигается, не прыгает, не бегает. Вот. Очень приятная в этом плане. У меня далеко не все такие руки. Спокойные и удобные. Постараться на ней не дышать. Потому что если будете дышать, то она испугается. Ну, как ветерком подует, они пугаются. Будьте так думать, долг. Идти не на руку, не идти. Старайтесь сидеть и на мне, и в своем террариуме привычно. Просто потрясающе. Я так и думала, в общем, она довольно спокойная девочка, спокойно ходит. Она себе такая. Денис, будешь так? Это просто перевес. Какие мои филотки. Лапки потрясающие. Она вообще спокойна, она не станет просто так кусаться. Вообще пауки стараются сначала предупредить. То есть встанут в позу агрессивно, поднимают передние лапы. Типа, ща кушу, если подойдешь ближе. Очень красивая и спокойная девочка. Как я и предполагала, она также спокойна, как она ведет себя в террариуме. Что-то она точно такая же спокойная и в руках. Не пугается. Ну что, посадим ее в новый террариум? Какая классная. У них на конце лапок есть небольшие хватки. Почувствовал на руке? Нет. А я чувствую.
да, говорит, здесь мне больше нравится, чем на ваших руках. Так мне комфортнее сидеть. Ну все, мы молодцы, мы пересадили обеих авикулярий. Точнее, не совсем, но ладно. Короче, у авикулярии теперь модерн намного больше. Это террариум 20x20x25 вертикальный. Вот, как ей полагается, в общем. Мы будем ждать, когда она обживется в новом доме, запретят опять всю паутину, пока мы ее закроем. Все, мы молодцы. Всех пересадили. Ставьте лайки, подписывайтесь, сводите паучков. Потому что они классные.